всех зрителей канала Fashion TV. С вами Биджей Катя Гусева. Мы находимся на Mercedes-Benz Fashion Week в ожидании самого яркого показа дизайнера Беллы Потемкиной. Она представит свою новую коллекцию осень-зима 2017-2018 года. И мы знаем, что это будет очень красиво. Ждем. Скажите, что ожидаете сегодня от показа Беллы Потемкиной? Ну, это должен быть фееричный показ. Вот судя по тому, что я уже видела вчера малюсенькую часть коллекции, это грандиозно будет. Ну, я вижу, что вы в Экомехе уже от Беллы Потемкиной с новой коллекции. Это новая коллекция, это 2018 год. И вот довелось уже померить на себе, попробовать, так сказать, пощупать. Ну, это восторг, абсолютно. То есть это такой стиль вроде как и стриженная норка, и такой вот лухари. Но при этом это эко-мех, а это всегда здорово для тех, кто заботится о природе, о защите животных. Это круто. Мне кажется, что Белла вот так умеет, знаете, вот правильно вот помочь женщине раскрыться изнутри. Потому что все-таки, конечно, от внешнего внутренняя уверенность тоже появляется. И я всегда, когда надеваю наряды Беллы, я всегда чувствую себя особенно женственно, особенно уверенно в себе. В общем, и сегодняшний день не исключение. С удовольствием пришла наряде Беллы и чувствую себя прекрасно. Белла из года в год любит нас удивлять. Во-первых, тем, что у нее всегда очень ярко и интересно. И то, что огромное количество селебрити, публичных людей приходит посмотреть, поучаствовать. Это тоже ее огромный плюс. Потому что она очень любит хорошо дружить. Она достаточно щедрый человек. Она всегда одаривает нас всех подарками, всегда зовет тебя в гости, в свои салоны красоты. И она всегда контактирует с публичными людьми. Это вдвойне приятно. Мы ожидаем увидеть вещи, которые на мне, конечно же. Шубы, в которых я пришла. Так, кстати, как эко-мех тебе? Прекрасный. Кстати, очень классная идея, потому что жалко животных. Жалко. Почему? Потому что всех... А Белла, мне кажется, первая женщина в России, которая делает нереально крутые шубы из эко-меха. Вообще, от нее не знаю, что ожидать, но всегда это очень круто, это броско, и это запоминается. Ну вот сегодня вы участвуете в показе в качестве модели. Вам это приятно? Да, приятно. Я открываю его еще, я первая выхожу. То есть открываете показ вы? Мы узнали тайну. Тогда в чем? В чем? А он там, в уголке висит. Оно особо не приметненькое, но это когда все надевается, все красиво смотрится. Очень красиво. Прям как-то гламурно. Ну, гламурно, ну и что? Я люблю, когда блестяшечки такие. Прикольно. Белочка, не переживай, все хорошо. Выйду, ногу не сломаю, все будет здорово. Вот эта коллекция очень мне нравится. Очень многие вещи, потому что я вообще, в принципе, люблю вот такие массивные какие-то вещи. И очень люблю ботфорты. Алена, расскажи, пожалуйста, о сегодняшнем образе, который ты выбрала для все-таки в первый ряд, как говорится, в Белле Потемкиной. В Белле Потемкиной однозначно, потому что к Белле ходим только в Белле. Но я честно скажу, что этот лук у меня родился сегодня ночью в голове. И я еще до вчерашнего дня не знала, в чем я пойду к Белле. Я понимала, что что-то надену из ее коллекции. В общем, я решила идти в белой шубе и в лаковых ботфортах. Но очень роскошно выглядишь. Скажи, кстати, твое отношение к эко-меху. Я отношусь хорошо и к эко-меху, и к обычному меху я отношусь тоже. Да простит меня Гринпис и защитники животных. Но я родилась в Сибири, я привыкла носить мех с малых лет, поэтому sorry, I'm sorry, я очень люблю мех.
Белла, добрый вечер. Сегодня волнительный день, ваш показ, все в предвкушении. Расскажите, пожалуйста, о чем сегодня будет ваша коллекция. Добрый вечер, Катя. Я рада приветствовать Fashion TV на нашем бэкстейдже на неделе моды. Сегодня мы представляем коллекцию Беллы Потемкина «Осень-зима 2017-18». Это то, что будут носить модницы российские и не только. Моя новая коллекция вдохновлена сферой блогеров, интересных, знаменитых Instagram Girls. Таким образом, мы привлекли в показ очень известных российских блогеров, популярных в Инстаграме, великолепную пятерку, я бы так сказала. Это Настасья Самбурская, Ната Рудова, Маша Миногарова, Анастасия Решетова и, конечно же, певица, одна из моих любимых, Хана. Именно эти девушки, я считаю, являются трендсеттерами и очень вкусно подают новые стили, новые тенденции через свои луки. Благодаря их образам я очень создала много интересных решений. И поскольку я ими вдохновилась, я пригласила в показ и в съемку лукбука именно их. Коллекция – это смешение такого урбанистического стиля с гламурным шиком. Все в традициях Беллы Потемкина. Но учитывая такие стритвер-тенденции, мне очень нравится сейчас спорт, спорт-шик. И, в принципе, тяга русских красавиц к уличной моде и небольшой небрежности. В нашей коллекции мы это все очень умело, я считаю, вкусно и нежно подали. Эта коллекция ознаменована сотрудничеством с крупнейшей японской компанией, производителем эко-меха, модоакрилового волокна, компания Каникарон. Это крупнейший в мире производитель, который работал уже с мировыми брендами и представляли свой мех на мировых подиумах. И я очень рада, что они выбрали именно наш бренд Белла Потемкина для того, чтобы представить свое волокно, о котором я сейчас расскажу, на российском рынке. Во-первых, сейчас всемирный тренд, как вы знаете, многие компании, многие бренды переходят на искусственное волокно в пользу поддержки защиты животных. И мы тоже примкнули к этому тренду, так сказать, и создали очень красивую коллекцию из этого потрясающего искусственного волокна. Я вам сейчас немножко о нем расскажу, покажу. Очень много разных фактур. Это и пушистый мех, и короткий мех. Он очень гладкий, очень нежный, разработан с применением нанотехнологий. И мне очень приятно было работать с ним, с его пластикой, с его мягкостью. Сейчас я вам продемонстрирую изделия. Что для меня крайне приятно, что мы создали не только шубу и пальто, которые довольно-таки предсказуемы из меха. Мы создали, посмотрите, и куртки, косухи, удивительные сумки. Для меня крайне приятно поработать с этим мехом не только в отношении шуб и пальто. Мы создали очень много удивительных продуктов, создали потрясающие комбинезоны, платья, ботфорты. Вы сегодня увидите шикарные ботфорты на подиуме из меха. Вы когда-нибудь такое видели? Вот. Для меня тоже это открытие и своего рода рост и развитие, как для дизайнера в технологическом плане. И как вот, Катенька, вы держите, это замечательная сумка, множество аксессуаров, множество обуви создано из меха. И тем самым мы даже производителям Каникарон показали, насколько их мех разнообразен, насколько пластичен и сколько удивительных вещей можно создать из этого волокна. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, в чем преимущество ваших волокон и чем они отличаются, может быть, от другого эко-меха? カネカロンはですね、たくさんのファイバーの種類を持っているので、これを組み合わせることによって本物の毛皮調にもできますし、毛が本物の毛皮でできないデザイン、そしてカラー、そういうものもデザインすることができます。またカネカロンの特徴としては、何年性燃えにくいという特性を持ってますので、非常に安全性も高い素材となっています。 Какие ваши планы в развитии, может быть, сотрудничество с Россией? И, кстати, любопытно, с Беллой Потемкиной это было разовое сотрудничество или вы будете продолжать вместе совместную работу? もちろんそうですね。ベラポテムキナとはこれからも継続して一緒にコラボレーションして、一緒にロシアでエコアのトレンドを作っていきたいと思っています。
Белла, я, конечно, не могу не заметить, вы изменили имидж. Вы очень красиво выглядите, просто настоящая российская Sailor Moon. Что вас вдохновило на создание таких красивых, роскошных розовых волос и, конечно же, сумасшедших красивого комбинезона? Спасибо большое, Катенька. Да, очень много поклонников бренда заметили мой потрясающий цвет волос. Это вот я настолько погрузилась в коллекцию, прониклась основными цветами коллекции. Основной цвет коллекции – это фуксия, розовый. Сочетается он еще с фиолетовым, с черным, белым, с блестками, но все-таки основной фуксия. Именно им я вдохновилась и считаю, что это грядущий такой тренд, очень классный и очень подходящий многим модницам. Поэтому я в честь коллекции сделала такое потрясающее окрашивание. И хочу добавить, что это очень сложная технология. Мы сделали это в нашем салоне Беллы Потемкина Beauty, тем самым показав наш профессионализм и что мы можем делать такие смелые окрашивания. Сейчас это очень в тренде, фиолетовые, розовые волосы. В Лос-Анджелесе, в Голливуде очень много девушек, обычных совершенно девушек, окрашивают волосы в такие цвета. И я тоже этим вдохновилась. И хочу, чтобы наши модницы российские не стеснялись и смело пробовали такие интересные образы. Благодарность моей потрясающей команде, потому что сейчас я абсолютно спокойна, я знаю, что мы все успели, мы все сделали. Это огромный труд, просто 3 месяца мы создавали это, не спали ночей, очень многие производства, отделы, разного рода цеха. И сейчас я понимаю, что мы это сделали, команда слаженная, все молодцы, и потрясающая просто Dream Team в Белла Потемкина. Конечно же, большое количество гостей. Я знаю, что к вам стремятся попасть все, но не все могут. Да, вы знаете, у нас пригласительные закончились, наверное, за 5 дней до показа. И очень многие хотели попасть. Я могу вам рекомендовать только одно. Как только мы анонсируем показ, пожалуйста, поспешите в бутик Белла Потемкина или в салон. И спешите взять первыми эти пригласительные. Очень хорошо отношусь, считаю, она реально очень талантливая девушка, и каждый показ открывает что-то новое, это реально очень интересно. И вот сегодня ожидаем, я думаю, все будут рады, как всегда, ее видеть. Мне очень нравится мех, во-первых, потому что я девочка, и для меня очень важно, чтобы не убивали животных. На самом деле, в любом случае, я пока ношу мех, но я всегда мечтаю, знаешь, от него отказаться. И вот сейчас Белла, она предоставила мне шубку, и я понимаю, что она такая же мягкая, такая же теплая. И, наверное, в следующем году я приду к тому, что не нужно носить натуральный мех. Зачем это нужно? Потому что от этого, ну, гибнут животные. А смотрите, какая она красивая, яркая. И ничем не уступает натуральному меху. Она такая, знаете, прям вообще никто... Я точно не останусь незамеченной, мне кажется, вообще. 100% особенно цвет. Да, цвет фуксия. Все, как я люблю. С чем связан эко-мех? С тем, что Белла очень любит животных и против того, чтобы убивали зверюшек. И, в общем-то, я с ней согласна. Я скажу честно, я, конечно, сейчас не буду строить из себя самую правильную на этом свете. Могу сказать, что я ношу шубы из сокля. Натурального? Да, из натурального меха. Но те дизайнеры, которые пропагандируют обратное, низкий им за это поклон. Белла, ты умничка, ты талантливая, ты добрая, ты воспитанная. И, в общем, ты все делаешь круто и правильно. В общем, вперед тебе и вперед. И, в общем, все будут твои.
только что закончился показ дизайнера Беллы Потемкина. Это была осенне-зимняя коллекция. И, как всегда, это выглядело феерично. Белла, мы поздравляем тебя с прекрасным показом и желаем только одного – вдохновения. С вами была я, Виджей Катя Гусева. Оставайтесь на фэшне. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV.